Друзья, на обратном пути после прогулки с Будвы решили мы заехать на жемчужинку Черногории. Это остров. И остров это Святий Стефан. Смотрите, вот оно. Офигенный остров. Смотрите какой. Или полуостров. То, что к нему сейчас подходит дорожка. Раньше это был просто остров, теперь полуостров. И пляжик. Смотрите, сейчас он бесплатный. А так, на этот пляж, чтобы попасть, чтобы купить себе зонтик и две лежанки, раньше оно все стоило 100-150 евро, представляете? Здесь самые дорогие отели в Черногории. За ночь достигает там от 1000 евро и больше. Здесь отдыхали всякие знаменитости. Заехали быстренько сюда, сделать хотя бы пару кадриков для вас. Ну и также пофотографироваться. Ну и хоть иметь представление, что здесь, да как здесь. Потому что много отзывов слышали, что люди говорили, что здесь вообще офигенно, очень красиво. Не знаю, на остров мы, наверное, сам не пойдем, потому что... Хотя сегодня, именно сегодня должен быть открытым остров. Но не знаю, насколько это правда, но все равно. Да, вокруг красиво очень. Горы, пейзаж, да? Остров. Да, оливковые деревья. Да, все классно. Вот смотрите, везде оливки растут. Вон там свадьба еще. Да, вон, снимает, смотрите. Фотосессия. Да. Свадебная. Да, свадьба, вон, видите. Фотки делает. Ну, вообще, райское место просто погулять, да? Насладиться, прочувствовать все это, да? Вообще классно. Так что, офигенно. Можно сказать... На все места, куда мы было запланировать, хотя бы пусть буквально какую-то. Да, какую-то часть, и буквально взглянуть хотя бы одним глазком, можно сказать, наша мечта сбывается. Смотрите, вот он, Святий Стефан. Офигенно. Всегда видел только этот остров где-то на картинке, на открытках, на каких-то журналах. Никогда не думал о том, что попадем сюда. Но все-таки мечты сбываются. Надейтесь. Идите все время вперед, и все ваши мечты сбудутся. Офигенно. Вот он тоже получается. Эти вот пляжи дорогие, да, которые возле самого прям острова. Здесь получается часть можно как, ну, со своими зонтиками. Со своими полотенцами, со своими зонтиками. Смотрите, какая здесь водичка шикарная. Тоже такая мелкая галька. И вон там впереди уже Рафаиловичи, Бечичи, ну и там дальше сама Будва. Будванская ривьера, можно сказать, самое такое туристическое сердце Черногории. Смотрите, как здесь шикарно. Офигеть вообще, красота. Смотрите, какие кактусы возле Святого Стефана растут. Дорогущие, красота. Смотрите, какие крутые там виллы, апартаменты. Виды, наверное, вообще шикарные у них. Кстати, вот считайте, вилл, да, прям сюда, на Святой Стефан. Офигенно. Вот на этом пляже бы, конечно, покупаться с таким видом. Да? Представляете, лежишь на пляже, и у тебя вот такой вид на Святой Стефан. Вообще классно. Но у нас сегодня последний день. Мы уже ночью, рано утром ли, уезжаем. В сторону Германии. Смотрите, какие отсюда виды открываются сверху на остров. Вообще красота. Очень красиво, конечно. Красиво, конечно, виды здесь вообще. Вся Черногория, просто сплошная красота. Ну это вот визитная карточка. Раньше я этот остров только где-то на открытках мог видеть. А сейчас вживую побывал. Вот так вот, друзья, такое небольшое коротенькое видео. Посетили мы все-таки остров или полуостров Святой Стефан. Так что мечтайте, конечно же, ваши мечты обязательно сбудутся. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, конечно же, пишите комментарии. И пока, до следующего видео. С вами были, как всегда, канал Бавария 174 Рус. Всем пока!